Всем привет! С вами снова Влад Гриф. И сегодня у нас на обзоре очень интересная, во многом долгожданная модель от Adidas под названием Hamburg Fish Market. То есть модель, посвященная рыбному рынку в городе Гамбург. И с данной модели каждая деталь указывает об этом. Ну а начнем мы с коробки. Коробка выглядит как ящик из-под рыбы с гербом Гамбурга и тиснением Adidas. Вот таким образом она выглядит внутри у нас. Как будто там действительно у нас должна находиться рыба. Теперь вернемся к самой модели. Модель у нас в кожаном исполнении. Причем кожа здесь очень интересная, хорошая, качественная, мягенькая. В общем, это, на мой взгляд, эталон той кожи, которая должна использоваться в верхней части обуви. В носовой части у нас имеется вот такая вот накладочка. Я ее называю рыба-молот. На мой взгляд, похожа. Также у нас здесь три полоски. Причем полоски у нас выполнены с тиснением в виде рыбьей чешуи, что опять же отсылает нас к тематике данной модели. Надпись «Гамбург» золотистого цвета. Также мы можем видеть сзади те же тиснения в виде чешуи и герб самого города Гамбург. Собственно, вот такая у нас подошва. Подошва у нас приятного медового цвета. Просвечивается у нас здесь тиснение, опять же, логотипа данной тематики. Сама подошва выполнена у нас из приятного материала. Резина здесь очень такая хорошая, качественная. Она в меру упругая, в то же время мягкая. Язычок у нас имеет тиснение золотистым цветом. Все сделано очень круто. Я, честно сказать, кайфую, когда рассказываю о них. Также у нас есть стелька. Стелька у нас выполнена вот в таком варианте. Здесь также есть у нас логотип тематики данной модели. Что касается размера, думаю, что они подойдут размер, потому что как такового большемерения или маломерения я в них не обнаружил. По удобству в них очень удобно. Это вообще, на мой взгляд, один из эталонов обуви, которую давно перестал делать Adidas. Да, кстати, модель у нас это 20-го года, и она ни в коей мере не сравнится с теми замшевыми моделями, которые выпускает Adidas сейчас, прося за них огромные деньги. А я считаю, что цена и ценность – это разные вещи. В данном случае эта модель стоила порядка 100 фунтов. Мне удалось купить на Авито их новыми за 50 фунтов, ну то есть там порядка 5000 рублей вместе с доставкой. Кстати, за что огромное спасибо Анастасии из Нижнего Новгорода, передаю ей привет. Их и сейчас можно найти на Авито, ну, в основном в новом варианте, потому что БУ еще не продают. В общем, модель сказка, модель пушка, огонь и все дела. Поэтому не покупайте говно, берите хорошую качественную обувь. И это вот один из этих образцов. Далее я покажу, как они смотрятся на ноге. Собственно, вот такой обзор. Спасибо вам за лайки, за комментарии, за подписки. Очень приятно. Всем пока, всем добра и хорошего настроения.